Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Заниматься доработкой автомобиля, или, как принято говорить, тюнингом, станет накладнее. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который вводит новые и повышает существующие платежи для желающих что-то изменить в машине. Например, это госпошлина в 1000 рублей за выдачу разрешения на переделку или госпошлина в 1500 за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности. Напомню, что сейчас незаконный тюнинг наказывается штрафом в 500 рублей. В повторном случае может быть применено прекращение регистрации. Трасса 101. Определены самые продаваемые новые легковые автомобили в России в 2021 году. На вершине рейтинга оказалась «Лада Веста». Второе место досталось «Ладе Гранта», третье – «Киа Рио». Также в первую пятерку вошли Hyundai Creta, он же стал самым популярным кроссовером, и Hyundai Solaris. Следующие 5 позиций распределили между собой Lada Niva, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Renault Duster и Lada Largus. В целом рынок новых легковушек подрос на 4 с небольшим%. Трасса 101. Ничего не понятно. С одной стороны, власти говорят о важности внедрения электрического транспорта и гибридных автомобилей, а с другой, реальные шаги делают такие машины недоступными для россиян. Как сообщил «Коммерсант», в отношении гибридов теперь действует двойной акциз и на двигатель внутреннего сгорания, и на вспомогательную электрическую силовую установку. В результате производители должны платить на сотни тысяч рублей больше. Все это, конечно, закладывается в стоимость авто. Трасса 101. В России собираются продавать еще один китайский компактный кроссовер Jack S4. По сути, это пополнение в семействе конкурентов Hyundai Creta. Оснащаться китаец будет бензиновыми двигателями мощностью 109 либо 136 лошадиных сил. Трансмиссия, механика либо вариатор, привод только передний. Основным достоинством новинки станет, разумеется, цена, где-то в районе 900 тысяч, что на 400 тысяч рублей меньше стартового ценника Креты. Трасса 101. А компания «Хэнкок» разработала шины, которые не надо накачивать. Кроме того, покрышкам не страшны ни проколы, ни любая деформация. Короче, поставил и забыл. Корейцы трудились над изобретением более 10 лет. Подсказку, что интересно, они нашли в природе. Структура шины напоминает клеточную структуру живого организма. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.